Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе! Всем здорова, ребята, с вами по-прежнему Оверфон и Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Roblox! Всем хай-ухай, дорогие друзья! Дорочаки! Ну что ж, ребят, сегодня мы с пацанами будем сбегать со школы! У нас опасная школа страшного Гарри! Он будет преследовать нас в этой школе, а мы должны будем сбежать! Посмотрите, вон он, это охранник! Он никого не выпускает из школы, он всех запер! Уроки давным-давно кончились, а он нас не выпускает! Поэтому сегодня, для того, чтобы выбраться из этой школы, нам придется пройти опасные ловушки и страшные испытания! Ну а вы, друзья, смело ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее вам огромное спасибо, нас с вами будет безумно приятно. Ну что, парни, вы готовы сразиться с этим Гарри и сбежать из этой школы? Погнали! Да, давайте оттырим его. Ага, короче, лучше, Андрюха, к нему не подходить. Знаешь почему? Почему? А вон, подойдите, посмотрите, видите, какая у него дубинка резиновая? Он ей как размахнется, как по голове даст, Андрюха, по твоей глупой, и ты улетишь. Ой, не надо, не надо. Глупая голова, это во-первых, а во-вторых, у меня руки торпеды. Ага, знаешь что, он тебе ее засунет в ухо, блин, и будешь ходить ты с головой и дубинкой, и все, понял? О, ты где-то у меня уши видишь. Да, он тебя в уши засунет, и все. Ладно, чуваки, давайте проходить, друзья, пожелайте нам удачи в комментариях, чтобы мы справились. Со всеми ловушками. Какой скример? Да я пошутил. А зачем ты, Бабян, так шутишь, а? Ага, Бабян врун. Смотрите, идем по стрелочкам, парни, и пробуем выбираться. Нам, по идее, через... сюда, за решетку, чик. В вентиляцию. А вам не кажется, что это может быть ловушкой, парни? О, я застрял. Подождите. Стой, Бабян. А ну, ты думаешь, это ловушка этого Гарри, Андрюха? Ну, может быть. Так, ладно, давайте посмотрим, открываем ворота. Как открыть? Да, Бабян, не толпись, Бабян, отойдите. Не толплюсь. О, выбивайте ее. Все, да как она выбивается? Это много раз нажимать надо. Ну, выбивать ее надо, Андрюха, как ты думал? Все, с двух ног. Ладно, погнали, пацаны, пора ходить. Я умер. Андрюха, ты вообще что ли? Ты куда прыгаешь, блин? А, сюда надо, ничего себе, я глупый. А ты думала сова, Андрюха? Точно. Смотрите, пацаны, активируем. Ой. Она уехала без меня. Я активировал раньше времени, блин. Я надо было сначала встать, а потом активировать. А ну, все, поехали. Поехали. Да, мы поехали с Бабяном. О, меня толкает, чел. Тут можно толкаться, что ли? Ты что делаешь? Тут можно толкаться. Ты толкаешь. Опа. Ну и что вы делаете, дурали, блин? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я прохожу, пацаны, а вы там падаете, что ли, вниз, блин? Нет, мы вверх падаем. Вы вверх падаете? Вот пошел, подожди нас. Так, давайте, я вас жду, ребят. Будем выбираться из этой школы все вместе. Вы посмотрите, парни. Вроде бы на первый взгляд была обычная школа, а теперь мы в вентиляции нашли вот такие шипы и страшные штуки. Да, еще если бы ты нас не опрокидывал, мы бы сделали все это гораздо быстрее. Ага, а еще если бы я, парни, не застрял там, было бы еще быстрее. А я еще выше вас, ё-моё, как тут вообще вмещаюсь? Так, ладно, пацаны, бежим, как вы думаете, нам направо или прямо? Прямо. Походу прямо. Так, походу прямо, ладно, ребят, бежим и пробуем выбраться. Что там? Пошутил. Да, ребят, что ты шутишь, а потом, когда правда будет проблема, ты не поможешь нам. Смотрите, вот теперь у нас реальные проблемы. Что делать, Боб, давай спрячемся. Ё-моё, там Гарри, пацаны, быстро в помойку, быстро в помойку. Там Гарри, быстро залезли. Я уже на месте. А он Гарри или Гэри? А, может, он Гэри, пацаны? Гэри? Гарри, Гэри, Гэри. Типа улитка из Спанч Боба? А может, он улитка, блин, а? Он Хуанет. А, нам нужно ключ, походу, найти, слышите? Видите, замок. А вон, красный замок, реально надо ключ найти. Ладно, пацаны, погнали. Гэри, за мной! Фастиком, фастиком. Вон ключ на стенке. Он меня поймал. Пацаны, ключ. Ключ на стене, Бабян. Ключ, возьми. Меня захавал он, меня убил. Я живу. Ты взял ключ, Бобис? Да. Ты уже убежал от него? Нет, я бегаю. Оу, щит, он меня второй раз поймал. Капец, такие странные звуки издает, мне страшно. Дурацкий Гарри, блин. Я дверь открываю и убегаю. Вот. Он за мной бежит. Он меня опять поймал. Ой, пойду. Димон, осторожней. Я не понимаю, как мне пробежать этого Гарри, если он, блин, постоянно... Я убегаю, Димон, уже. Ждите, ждите меня, пацаны. Ванни бойс. Ждите, ждите. Так он там до Талова бежит, блин. Че, бойсом бежать надо? Да, я в бой. Ждите, здорово. Ждите меня, пацаны. Ключик взял. Хорош. Холл-ключ. Тихо, Гарри, тихо. Халди. Я вообще-то, Гарри, у меня был пропуск, у меня был. У меня была карточка, Гарри.
Давай, скорее, скорее, бери, беги сюда, 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 сюда. Boys или girls, я в boys. Boys and the girls. Ух, я в boys. Мне кажется, ты перепутал туалет немного, ну ладно. Так это ты перепутал, ты к девочкам пошел, ты девочка, потому что. Андрюха, девчонка. Нам не сюда, походу. Так, а смотрите, лопата, нам надо... А, это кто-то выкопал? А кто ответственен за лопату? Эй, вы куда упали-то? Тихо, Андрюха, мы вниз упали. А что там, Бабян? О, я перепрыгнул. Бабян, а ты снизу там остался? Куда? Ты снизу? Я внизу. А мы дальше пошли. А как пошли? Я оказался наверху, ё-мо? Не, так мы перепрыгнули с Андрюха, а нам дальше вниз. А так вниз. Нам вниз надо, да. Ё-мо, друзья, погнали! Здорово. Нифига. Вау, это чё за адское место? Вот это катакомбы, друзья, посмотрите. Здесь какие-то проклятые пещеры. А вдруг этот Гарри в этих пещерах всех детей оставляет и здесь и издевается над ними? Ой, нет. Да, слушай, всё может быть. Мужики, смотрите, там внизу карамель сладкая. Это вообще-то лава, ты, карамель. Это карамель плавленная, я умер. Ага, это лава, ты что? Хоп! Вот лава, кто упал, тот лох. Я был в лаве, я лох. Понятно, Бабянчик, понятно. Вот так вот ты, да, по-дружески с нами. Ясненько. Ладно, друзья, мы этого Гарри победим, мы пройдем все ловушки и победим его. То есть я просто так и нацепился, да, получается? Не знаю, Андрюха, получается, надо аккуратнее проходить. Смотри, там дальше, Андрюха, мост разрушенный. Жесть вообще. Мосты горят. Вот, смотрите. Я такое боюсь. Хоп, 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 изи. Не, я в лаву упал. Это изи. А как? Тут точно, закрыто. Точно, точно, изи, все, я пошел. Дырка была. Выпусти! Шеф, смотри, тут рычаг есть для особо одаренных. Рычаг, дергай. Ты что ты мне дал? Ты что ты сделал? Понятно. Так это я прыгал, а ты за мной был, это ты мне помешал. Я первый пошел, Ты что, на приколе, у меня есть записи, я там был первый. Я тебе рычаг показал, я должен был быть первым. Нет, я рычаг потянул, и я пошел убегать отсюда, пока меня Гарри не сожрал этот. Гэри, вот смотри, смотри, что делает. Бабян блочит специально, друзья, стоит. Блок, блок. И блочит блокпосты свои. Оп, все, прошли, с кайфом. Ну я на шип насадился. Он страшный, он страшный, он страшный. Да, он здесь, он здесь, он здесь. Он страшный. Нам сюда наверх. Ой, крипипаста. Наверх же нет, или куда? Да, и поход не наверх. Ой, я обратно. А как он меня поймал, если его не было? Не понял. Что за приколы? Подождите, куда нам, пацаны? Куда бежать? А, так нам надо вот туда, вот в ту калитку. Тань. Точно, точно, точно. Какую калитку? Пробежал! Вот, в дырку, в арку. Он меня опять поймал. О, там шарик, пацаны, дальше. Эх, шарик. Эх, шарик. В какую сторону? Эх, сюда, сюда. На цепи. Фух, давай здесь подождем, короче, Андрюху. Бабян. Да я уже здесь, мужики. А, ты здесь, бежим тогда, бежим тогда в следующий. Куда вы бежите? А, у вас камень другой. Я упал. А что ты сделал? Бежим, я-то при чем, Бабян? Я ты при чем? Ты меня толкнул! У каждого свой камень, друзья. Андрюха точно, бежал в камень точно. И выжил. У каждого свое. Так, все, бежим, 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 ребята. Давай, парни. Я вас жду, тут какой-то лабиринт. Слушайте, вы мне скажите, парни, почему наша школа такая огромная? Почему в ней столько всего, блин, а? Потому что мне учится много учеников. Наверное. А зачем ей вот такие катакомбы? Как это помогает? Они здесь ведро с водой и эти, как они называются, швабры носят. Понятно. Ладно, если так, тогда хорошо. Сюда, наверное. Вниз? А, не. А, вон, нам к Бабяну, Андрюха. Ты уверен? Ну да, там проход он нашел, правильно же, Бобис? Так я не знаю. Так и чё, и тут тупик, походу, просто и все. Не, и вот теперь налево и придем туда, откуда были. Мы отсюда пришли, ну да. Бабян, ты нас всех запутал. Нет, подождите, направо сюда. Куда? Нам вот сюда, походу. А вот, да я нашел походу, выход. А на что он рассказывает? Да походи, Димон, да куда ты ему веришь вообще? Бобис, а мамой клянешься, что нашел? Он уже у меня. Так я тоже выход нашел. Так нам вон, сейчас направо идти. Так мы все здесь, пацаны. Ну, сюда нам, вот сюда. Так мы все, друзья, в одном месте, и все кажется, что мы выбрались. Ну вот, все, выход. Что там? Класс. О, столовка. Буфет. А ну? Столовая. Это кафетерия, это столовая? Да, что мы будем кушать, пацаны? Так, что будете есть? Пончики овер-шоу. Так и есть у вас. 10 рублей. Ага, тут есть стака, есть еще бургер. Сколько, Бабян, пицца стоит? 20 рублей. А это тако сколько стоит? 50. Что такое тако? Осторгуемся на $5, Бабян, за печеньки. Давай. Ну все, ты мне $5 и печеньки. То хорошо, давай. Ага, все, договорились. Мужики, снимите меня, пожалуйста, мне страшно. Ты лучше, Андрюх, посмотри, что здесь. Тут у нас энергетический напиток и суперскорость. Нифига я, парни, бегаю. Чик, выпил. Так что, побежали, я упал.
Я в самом начале свалился. Алло, заработал, походу. Я к Наруто бегаю. Эй, да он не запрыгал. О, я опять упал. Там желтый, надо пропрыгать или нет? А желтый, это можно бегать на желтом, а я думал перепрыгивать надо. Я тоже перепрыгивал, Бабян, из-за этого падали. Что за прикол, я падаю опять. Воу, так ты на желтый забегай и прыгай дальше, Андрюха, и будет изи. Так я так и делаю. А, мы с Бабяном желтый просто пытались перепрыгнуть, и поэтому падали. Но мне все, не получается, вы прошли? Там нет, Андрюха, там очень далеко. Если ты вначале не можешь, ты никогда в жизни не пройдешь. Ну спасибо. Не понял. Там вообще спасибо за подсказку. Там так далеко, Андрюха, надо. Там вообще жесть. Хопа. Я прошел. Я тоже. Ждем здесь. Я пукнул и все. И все выиграл. Ты пукнул? Давай, Бабян, подождем здесь Андрюху, посмотрим, когда он сюда придет. Да я уже здесь, ё-мо, мужики, а вы говорили, что никогда не пройду. А, ой, ё-мо, я почти упал. Смотри, сейчас упал. Дядя. Было бы угарно, если бы он упал в самом конце. Он мне прям пуки в экран накинуло, блин, реально, вот тут. Там драка. Там Гарри. Драка. Зеленый свет. Это игра Кальмара. Стоим. Это? Куколка, стой, смотрите, только с этим охранником Гарри. Какая симпатичная куколка. Тихо, тут надо слушать, Андрюха, блин. О, кулаки. Кулаки. Так, все стоим, Бабян, ты там идешь нормально, ты сам в начале. Бегу. О, бежим. Стоим. Я стою. О, я жив. Тихо. Куда идти надо? Я убиваю. Вон, в дверь, да, за зону. Погнали. Я, наверное, с этого зайти пройду. Нет. О, май гад. Пришел. Фух, еще раз синхрон. Андрюха бежит, когда у меня уже красный, а Бабян вообще в самом начале умер. Давай, Андрюха, здесь подождем Бабяна. Все, я прошу. Хорош. Бобис, мы тебя ждем. Парни, я прошел, погнали. Хорош, Бабян. Ну что, бежим дальше. Опа. Карта ключа. Какой-то реген, карта ключа. Что это вообще? Так, реген. Здесь еще надо реген нажать. А ну, Андрюх, подожди, стой. Так, я что-то порегенил. Я взял лестницу. Погоди, лестницу бери. Да, я еще лестницу. А, реген лестницы был. А, точняк. Ну, может, мы все по очереди будем это делать. А, как вам такая идея? Ну, я поднимаюсь наверх. Ну, подожди, Андрюха, давай по очереди все сделаем. Ты мою лестницу опрокинул. Так, Вылам, давайте, я пошел, потом Бабян, потом Андрюха или как? Все ждут, все готовы. Ну, все, я уже ничего не мешаю тебе. Так, все, а тут... А, все, я открыл. Все, пацаны, я прошел. И да, и здесь нужна ключ-карта, парни, правда. Чик. Вставляем. Ждем Андрюху. Нифига у нас мост. Оп, все, соединилось. Давай, Андрюха, прыгай быстрее к нам. Да я не могу, мне не получается. Так тебе никто не мешает, Андрюха. Ты че? Мне мешает моя высокая голова. Во, ключ вставляй, погнали. Побежали. Вот это кайдер, я, вот это школа. Мы выберемся из этой школы, и Гарри этого уничтожим. Шипы аккуратно. Тихо, там Андрюха шипы. Не пройдет точно. Андрюха не пройдет, кстати. Да что вы накаркали, он головой бьется, дурамаха. Все, скайфон. Ну, что делать мне, у меня рост такой. Да нормально, прыгай, и все пройдешь. Но почему у меня какой-то хардмод включился, да не понимаю. Да ты прыгаешь в начале, ты в самом конце прыгай. О! О, ясненько, ждем, друзья, когда Андрюха преодолеет все эти ловушки. Это очень сложно на самом деле. Вот, смотри. Опа, вот. Ну я прошел, справился. Все, ну с кайфом, бежим дальше, пацаны, лезем. Когда ползем. Там уже выход? Реген, наверное, надо... никогда. А, что тут? А, тут с собой надо брать еще штуки. А, тут ну это надо легко, строить. Это легко. Так, ну что, строим. Хорошо, одну поставили, погнали насяльника! Дальше. Насяльника, строить надо. Насяльника, правильно насяльника. Кладешь правильно на сальника. А если по низу пробежать, нормально будет? Не, по низу нельзя, там же убивает по низу. По низу смерть будет. А сразу нельзя нести много этих штучек? Нет, походу. Блин, очень жалко, если бы можно было нести, было бы круто. Ну можешь зубы поставить. В зубы. Да, давай. Зубы. Все, давайте, мне последнее, пацаны, вам тоже. У меня, правда, так предпоследняя криво стоит, жесть. Да, она упала! Тоже. Я успел! Жесть! Она упала, но я запрыгнул! Фу, с кайфом! Ставим сюда коробку и прыгаем. Да? Куда и лестница, и лестница, все правильно! Коробку и лестницу, пацаны, мы снова в школе, в коридорах! А где лестницу взять? А лестница там лестница она! Там она сама! Запрыгивай с ящика на лестницу! Господи! Да, все, ползи, Бабян! Что ты там запутался? Воздух! Так, куда? Налево, направо? Направо, дверь открыта! Точно! Давай сюда! Так, открываем. О, там спит наш директор. Жербер. Жербер, здравствуйте. Просыпаемся.
Просыпаемся, директор! Убей его! Нас охранник не выпускает! Я его за пузо ударил! Слышите, по пузу! А он не просыпается, уже компьютер подергал. Надо ключи там искать, ключи ищите. Ключи. Какие ключи? А может быть что-то я нам... Я подошел по тайной ход. Погнали. Сюда. Где? О, потайной вход, погнали! Вы видали, что у директора есть вещи такие нифига делают? Нифига себе! Там он! Шнырь. Он проснулся! Ё-моё! Ой-ой-ой, пацаны, меня убили. Он проснулся! Опа, я его обманул! Через пол выпрыгнул! Бежим! Надо сбежать, друзья, от директора нашего! Как дверь открыть? А, долби ее, Бабян! Непонятно! Надо что-то взять! Найти. Ключ! Так, какого ищите! А вот ключ! Ключ? Все, здесь ключ лежит на столике! О, все, выходим! О, скайфом! Ого себе! А чё? Летаем скайфом! У вас открылось? Нет. Пацаны, блин, это не тот ключ, что ли? Ой, я открыл. Как? Уберите ключ и клацните. Ну. О, да, все, с кайфом. Отлично, ну что, поехали? Давайте на раз, два, три. Да, раз, два, три, пацаны. Жесть, друзья, вот это страшилка. Тут бегают, блин, всякие и учителя, и директора, и охранники. Все хотят нас убить, блин, и мы едем на лифте. Что это за школа такая адская? Школа без приколов. Какой-то школа-замок, блин, смерти. Да. Самый настоящий, блин. А что тут снизу? А непонятно. Она вниз? Не, Бабян, я не пойду, сам проверяй, иди. Ой, мужики, тут надо прыгать. Поехали. Ебай, скайфай! Я застрял в башке. Я наполовине застрял. Я в воздухе лечу. Это слоу-мо эффект? Вау, вот это красота! А что в итоге? О, нормально. Не знаю, отлагало. Скайфам! Ну что, ребят, забираемся наверх. Давайте, погнали, выше. Дверь, открываем ее. И что, и куда мы, парни? Все, на выходе уже. Локер один. Мы на выходе. Ты видишь, это выход? Направо, нам сюда. Это не выход сюда, Бабян, как понял? Смотри, какой-то черт бегает. Оу, нифига, это сейчас будет битва с боссом, похоже. Oh, no. В натуре. Ё-моё, сейчас будем драться, ребят, с этим Гарри или Гэри, охранником. Да, смотрите, как он здоровый. Оу, охранник робот. Wow, на, получай. А как? О, пушку дали, погнали. А чё она стреляет? Она сосисками стреляет. Да, хот-догами, лол. Лол, хот-доги, сосиски. Бей этого Гарри, нифига, он говорит, пилой фигачит. Отстань. Корми его, пацаны. Корми его. Я тебе хот-доги поешь. Да, давай, гаси. Ой, пилой мне ударил. Сейчас я его этими хот-догами, сосисками. Нормально. Ваншотит или как, парни? Не-не-не, он не ваншотит. Хавай, молодой. Получай. Тихо. Нормально. Ой, хорошо. На, поешь. Я почти добил его, парни. Осталось совсем немножко. Мне тоже. О, у меня на один удар. Я убил. Последний. Все, он разломался, лох. Фух, пацаны. Мы это сделали. Вы победили в игре. Фух, ребята, мы сбежали из этой страшной школы опасного Гэри. Все, это кайф. Это победа. Это просто потрясающе. Ну что ж, ребят, я думаю, что на такой забавной ноте наш сегодняшний ролик и заканчивается. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а на этом у нас все. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Аре, чуваки!